В Самаре прошел областной чемпионат и первенство региона среди юниоров по смешанным боевым единоборствам ММА. Соревнования стали рекордными по количеству участников. Впервые на ринге выступило более сотни спортсменов. Как это было, расскажет Кирилл Козин. Схваткой в партере, в стойке, удары руками и ногами. Практически неограниченный простор для комбинаций и тактик. Все это делает смешанные боевые искусства или коротко ММА одним из самых зрелищных видов спорта. Отсюда и такая популярность. В областных чемпионате и первенстве приняли участие 112 бойцов, взрослые и юниоры. Смешанные единоборства, считаю, одни из самых лучших видов спорта. Потому что там есть борьба и ударная техника. Там можно делать болевые удушающие. Можно добивать, поэтому они мне нравятся. Здесь можно делать то, что на других рингах зачастую под запретом. Отсюда популярное заблуждение, что смешанные боевые искусства – это бои без правил. Но родителям, желающим отдать ребенка в секцию, бояться не стоит. Правил много, они жесткие, поэтому травм не больше, чем в других единоборствах. К тому же за одним боем обычно следят не меньше 9 судей. Большая ошибка. На самом деле очень много правил, которые спортсмены знают и выполняют их. Поэтому, скажем так, в работе в ринге не замечаешь этих ограничений зачастую, если спортсмен не нарушает их. Поэтому вид очень красочный, красивый получается. Как в стойке, так и в партере. В этом году чемпионаты и первенство области стали рекордными и по количеству участников, и по числу болельщиков. Лучшие спортсмены представят регион на чемпионате Приволжского федерального округа в апреле. Кирилл Козин, Виталий Рылеев, Сергей Костин. Новости губернии.